Муахед DDC, прием средних волн на телескоп. Ну, с длинными довольно туго, тут видно, что очень большой уровень QRM. Вот, но вот на средних волнах станции много присутствует. Нахожусь сейчас в Челябинской вот области, не скажу, что далеко от города. Вот, но станции есть, видно. Прием ведется на телескоп длиной примерно 1 метр.